тропиках. Я качусь по чудесенке, лесенке. Я совсем не простая там тетенька. Я умею придумать песенки. Я имею волшебную палочку, то, что вместе с волшебным блокнотиком превратить может даму в русалочку и спортсмена мужчину животиком. А еще ко всеобщему сведению, может, палочка там без усталости превращать ваши драмы в комедии, ваши слезы беды в слезы радости. Здоровяк обложил всех по матушке, на свободное место пристроился, нагрубив с толстой сумкой бабушки. И вот этого грубого дяденьку превращу-ка я в птичку и ладушки. Посажу его на перекладинку, вот и место теперь есть для бабушки. Я не ведьма, я просто волшебница, я ношу волшебство в легкой торбочке. Нет, по мне не страдает и лечебница, как считает сидящий на жердочке. Ну, совсем не страдает и лечебница, как считает сидящий на жердочке. Я совсем не яга, не уродинка, симпатичнее той вон гражданочки. У меня на щеке даже родинка, это след от волшебной палочки. В мире мною воображаемом я слыву вообще раскрасавицей. Там я в платье тобой обожаемом, только это тебя не касается. Я на станции выйду в Царицына, а вокруг белый снег. Нет, ромашечки, а в вагоне лишь принцы да рыцари и щебечут на жердочках пташечки. Там в вагоне лишь принцы да рыцари и щебечут на жердочках. Приглашается Бардина Малеровская Ольга, а готовится Курилов Дмитрий Николаевич.